Всем привет! Вы находитесь на канале «Спортивный дед». Сегодняшняя тренировка, я нахожусь у представительниц прекрасного пола, и которые занимаются пол-дэнсом. Если кто-то думает, что это легко, нет, я попробую, и вы посмотрите, как я растележусь, как слон. If I could see you again, I don't know where to start. I've tried to fix every wound with this lone heart. That siren smile while I'd find a way to breathe. But the way that your eyes shatter mine, I will be defeated. But if I'd go back, I could turn away. Да, это что-то, ну вы все это видите, да? Деревянные, короче, вообще. Как роботная какой-то, или как деревянный солдат из Урфинджус. Just can't.
Как-то на пробное занятие на первое. Понравилось? Мне понравилось, но было очень тяжело, нереально. Я просто вообще... Я ни рук, ни ног не чувствовала вообще ничего. И я думаю, нифига себе, это так сложно. Но это как-то прям мне стало интересно, что сложно. И в то же время как бы, ну, хотелось мне научиться. Вот элементы все, потом крутки, потом танец. Я увидела, как это все красиво, грациозно. Пластичное, все, я как-то загорелась прям. Сейчас вот вижу, как девчонки тоже вот загораются, начинают с первого занятия, и все, прям вот с горящими глазами приходят заниматься. А вот одна из участниц, и Юля. Юля, а почему полденс выбрали? Я попробовала, и мне понравилось, затянуло. Да? Да. И сколько вы занимаетесь? Ну, в общей сложности, наверное, в течение года. Год, да, получается? С перерывами? Ну, вообще полгода, наверное, если с перерывами. Да, если регулярно считать, то полгода, наверное, с сессионной сложности. Вообще с перерывами. Сейчас времени нет, поэтому раз. Ну, а вообще дома молодому человеку стриптиз показываете? Да не стриптиз, это за кадром. Ну, показываете. Да, я им отправляю видео по Вайберу. Наше занятие в чёрт. Видеоотчет. Представляете, как это приятно, да? Иметь таких девушек, растянутых и грациозных. И дома там, дорогая, пойдем покажешь мне стриптиз с продолжением. Это танец. Танец? Да. Почему танец? Ну, стриптиз, честно.
Без стриптиза? Пластика, да, грация. Ну а потом предложение, там летящие лифчики, трусишки, нет? Ну, здесь нет. Только видеоповазер. Все, ладно, спасибо, Юль. Закончилась тренировка у девчонок. Я посмотрел, как они растягиваются, тренируются. Да, интересно. Особенно, когда мужчина смотрит на такие, как сказать-то, выкрутасы, да? Первый, кто добавится ко мне, друзья, ВКонтакте и напишет, что хочет посетить 4 бесплатных занятия в эту школу-студию, тот получит вот такой абонемент на 4 бесплатных занятия с девчонками. Так что это, думаю, что неплохой презентик. Всем подписываемся на мой канал «Спортивный дед», ставим лайки, делимся с друзьями. Всем пока!